привет, это Андрей, канал Мигрант Медиа. Приехал я в штат Флорида, Майами, живу здесь чуть больше месяца. Соответственно, это мой первый визит вообще в Соединенные Штаты. И, соответственно, есть сложности для обустройства, становления, все начинаешь сначала. Люди, ну, как бы иногда подсказывают, иногда как бы не очень много информации дают, поэтому приходится, конечно, с самого начала все самому узнавать, все эти подробности. Поэтому, в общем-то, после месячного пребывания здесь я готов какую-то информацию уже предоставить, вам рассказать, что и как в данный момент, когда приехал, снял комнату у русских, семья русских живет. Я нишу, соответственно, уже вот чуть больше месяца, получается, немножко. Вот. В принципе, таких вариантов здесь хватает, поэтому если вы там переживаете, что у вас кредитной истории нету, какого-то большого депозита и так далее, то все, здесь реально найти комнату или даже квартиру в хороших местах за, ну, достаточно приемлемые деньги, там, начиная от 500-600 долларов за комнату до... как бы уже где кто не хочет снять там, ну, максимум это, конечно, 700-800. Квартиры однокомнатные в нормальных местах, даже можно в первой линии Sunny Islands с видом на океан взять там и за 1500, за 1300, вот, также есть за 1100, но это надо поискать немного, конечно, это уже вторая линия, но это уже отдельная будет квартира. Вот, так, в общем-то, все хорошо. Есть небольшая разница, конечно, в районах, то есть при выборе квартиры надо смотреть район обязательно, где вы хотите, чтобы рядом с вами было там. То есть цена, в принципе, от этого тоже играет. Чем ближе к океану, соответственно, цена выше. Чем больше в глубину континента, там дешевле. Вот. Ну, русские районы, это, конечно, Sunny Islands, самые распространенные. Ну, в общем-то, хорошие районы, Холландейл, Голливуд там.